Hey, всем привет, с вами Женя, и это «Строительство в 74». И сегодня нас с вами занесло случайно и не случайно в Бричестер. Мы строим с вами общежитие мужское в районе Гипс-Хилл, поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаё, кофеёк или какао, и я буду рассказывать. Гипс-Хилл — это центральный район Бричестера, как я понимаю, он такой более культурный, скажем, именно старый город, то есть там не находится никаких учебных центров, учебных заведений, ничего того, что было бы необходимо для именно непосредственно учебы в каком-либо из университетов. Университетов Бричестера, и здесь располагаются как будто бы жилые дома, бар там находится в этом районе, в общем, центральный такой культурный район. И у меня с Бричестером немножко странные отношения, потому что я не могу воспринимать ни один из этих районов, вообще ни один из лотов Бричестера, я не могу воспринимать как что-то не предназначенное для студентов, либо обучения, либо времяпрепровождения, либо еще чего-то. Изначально на этом лоте стояли два жилых дома, но, как вы уже поняли, я не могу просто взять и оставить там два жилых дома. Не знаю почему, но вот меня настолько сильно переклинило, что как будто бы я своим стартом сохранения не хотела бы видеть здесь и вообще практически в Бричестере ни одного жилого просто тупо дома, потому что, во-первых, они здесь не вписываются, как мне кажется. Во-вторых, Бричестер — это прямо дух университета, и как бы, ну, наверное, странно, я не знаю, за кого можно играть, живя просто в Бричестере, кроме как за студента, ну, или за семью со студентом, я не знаю. Ну, наверное, да, если, вот, наверное, только если у вас есть, например, папа-мама и сын или дочка, например, поступает в университет, и вы хотите, чтобы они жили все вместе, только тогда, наверное, только в этом случае можно каким-то образом поселить всю семью в Бричестере, да и то это будет, наверное, не так прикольно, не так интересно. В общем, в своей колокольне я смотрю на то, что как будто бы каждый лот должен быть застроен под что-то плюс-минус для студентов. В этом районе Гипс-Хилл я уже построила аренду, я назвала ее аренда для студентов, но, опять же, она может быть и не студенческой аренды, но может быть и для просто одинокого персонажа, но каких-то семейных больших домов я ни в Гипс-Хилле, ни тем более в каком-то другом районе Бричестера так не построила и не смогла, и, наверное, уже не смогу, моя рука просто не поднимется. И возвращаясь к этим лотам, на этих лотах было два жилых дома. Как вы поняли, жилые дома отметаются, я решила сделать здесь два общежития, мужское и женское. Как будто бы это не такая, знаете, стандартная общага, которая вот, где живут очень много студентов, знаете, разных, а здесь это как будто бы такое общежитие, наверное, дом, сообщество. Вот часто в фильмах в американских показывают, что у них там какое-то сообщество гаммы или омега, и у них прям целый дом огромный, в котором живут члены этого сообщества, да? Обычные смертные люди живут в каком-то обычном общежитии, а вот эти у них там свое общежитие. И, как правило, это отдельно мужское, отдельно женское. Что-то около такого я пыталась замутить, соответственно, и здесь. Поэтому справа от фонтана у нас находится женское общежитие. Его я не записывала на камеру, потому что строила я его... О, я сейчас вам расскажу. Я строила его на вайбе дома микродома писателя. Вообще, когда я создавала микродом писателя, я почему-то решила, что для этого идеально подойдет Бричестер. Опять же, да, мы возвращаемся к тому, что я только что сказала, что я не знаю, кто здесь мог бы жить, но, наверное, писатель, какой-то вот старичок, мужчина в возрасте, может быть, женщина, которые преподают здесь, как будто бы, да, и пишут. Но вот это вот второй вариант, который я могу себе представить. Всего два. Какая-то семья со студентом, и то, ну, сомнительно, и вот писатель. Короче, на правом этом лоте я построила микродом писателя, такой скворечник. Я оставлю вам по ходу повествования ссылку. Обязательно посмотрите, это был один из первых микродомов на моем канале. Я, конечно, угорала с него как могла, потому что он выглядит абсолютно как скворечник. Ну ладно, я, в общем, его построила и подумала, что было бы, наверное, круто расширить такой формат дома, потому что там была очень интересная структура дома, и подумала, что его можно было бы расширить не на микродом, а сделать что-то побольше. И так как я не готова строить здесь жилые дома, я решила, что я сделаю женское общежитие как раз на 4 леди. Это трехэтажное здание, в котором у нас есть все необходимое для того, чтобы там жили девушки. Я оставлю вам ссылку на Boosty, эта постройка доступна только там. И, в общем, я построила это женское общежитие, не стала его записывать на камеру, я сидела, слушала какие-то ролики про True Crime и строила эту общагу. Я прям помню, у меня шла жесткая ментальная связь между каким-то роликом про убийство и тем, что я строила прям вот это общежитие. И потом я достаточно надолго забросила вообще эту часть Бричестера, я построила аренду для студентов, когда вышло новое дополнение с Тамарангом, с квартирами, и я об этом забыла. Тут я ходила вокруг, думала, где бы мне построить, хочется как-то сменить обстановку, я строила много микродомов, строила в Тамаранге, подумала, что мне хочется что-то сделать такое вот прям супер, знаете, такое традиционное, немножко старомодное, и каким-то ветром меня еще, короче, занесло и в Бричестер, потому что мы с вами сейчас еще играем на стримах, мы живем в Бричестере, как раз, ну, одном из соседних лотов в этом районе, как раз в аренде для студентов, и меня так сильно почему-то вдохновил вот этот вайб Бричестера, что я подумала, что сейчас я вот выдам что-нибудь симпатичное, нужно построить к тому женскому общежитию в
пару мужское. В общем, я собралась, села его проектировать, оно получилось мне достаточно быстро, что лишний раз убедило меня в том, что, наверное, это была хорошая идея. Поэтому сейчас вы лицезреете, как я строю четырехэтажное, получается, мужское общежитие. Ну, давайте назовем это общежитие-сообщество. Я не знаю, как это назвать, я не знаю, как это правильно описать. Если кто-то в курсе, как это правильно, блин, называется, напишите в комментариях, потому что я точно не знаю, даже гуглить не стану. Ну, в общем, четырехэтажное мужское общежитие. На самом деле оно выглядит весьма старомодным, если сказать про его структуру, про его стиль. Оно такое весьма старомодное, как и соседское женское. Там очень старые покрытия, не в плане, что они дряхлые, какие-то древние, а в плане, что они такие старомодные, старомодные шторы, старомодные лестницы, мебель старомодная. Но все такое, знаете, приятное, пропитанное духом истории и вот этого старого города, видимо, какой-то старой Англии, возможно, Оксфорда и там и так далее. В общем, я старалась создать вот такой же вайб. На первом этаже у нас находится общая комната с камином, плюс ванная комната и куча прихожих. На второй этаж, если поднимаемся, нас ждет маленькая кухня, которая для общежития имеет очень урезанный формат, потому что для общежития, оказывается, нельзя. Я, наверное, помнила об этом, но для меня это стало опять удивлением, что нельзя добавить плиту, нельзя добавить гриль, как оказалось, да, по которой мне потом пришлось удалить, как я потом выяснила, что нельзя добавлять гриль, и мне пришлось с заднего двора удалять гриль. Конечно, тоже история. В общем, короче, очень маленькая такая кухонька, чисто чтобы разогреть что-то в микроволновке, чисто чтобы перекусить и посидеть. Также на втором этаже есть что-то типа столовой, плюс тоже общее пространство, где можно посидеть на креслицах и поиграть в дартс. На третьем этаже у нас что-то типа кабинета, там стоят два стола, письменных с ноутбуками и фортепиано. И также есть спальня на 4 человек. Опять же, на ролике я делаю спальню на 3, потому что я, вообще никак у меня в мозгу не отложилось, что если это общежитие, то оно обязательно должно быть минимум на 4 персонажа. Что-то тяжело у меня, походу, с общагами в 74, но вот теперь я буду знать, что нельзя добавлять гриль, нельзя добавлять плиту, и нужно 4 кровати. В общем, на 4 человек, я потом в конце все это немножко поправлю, расставлю по-другому кровати. На каждом этаже есть ванная комната, как минимум есть туалет и раковина, по-моему, даже душевые кабины на каждом этаже находятся. Я записала только одну ванную комнату на видео, а все остальные я просто продублировала за кадром, чтобы не засорять эфир и не удлинять ролик. В целом продумано все более-менее комфортно, чтобы вам не бегать по лестницам наверх-вниз, туда-обратно, если вдруг захочется в туалет. И также в этом здании у нас есть подвал. В женском общежитии подвала нет, потому что я его почему-то не предусмотрела, вообще никак не рассматривала. Но в мужском я его добавила, поставила туда стиралки, сделала там небольшую прачечную и поставила туда неработающий бойлер, потому что, как оказалось, кстати, бойлер тоже нельзя добавить в общежитие. Ни бойлер, ни электрический щиток, который пришли к нам с новым дополнением, нельзя добавить в общежитие. Я, конечно, на ролик добавила нормальный работающий, потом мне игра сказала: женщина, ну, пожалуйста, соберитесь, не нарушайте спокойствие. И мне пришлось откопать неработающие такие же предметы и поставить их, и игра их разрешила поставить. Но они там исключительно для виду, хотя я надеялась, что поломки тоже могут случиться, если есть бойлер, но, походу, я хочу слишком многого от этой игры. Внизу у нас бойлеры для вида, стиралки не для вида, там можно прям нормально постирать их. Как хорошо, что лот общежития не запрещает нам добавлять стиралки. И также у нас есть теннисный стол и такое небольшое пространство, где можно просто позависать с друзьями. Это единственная отсылка к тому, что здесь живут как будто бы молодые люди, потому что больше каких-то там прям, знаете, таких стереотипных мужских занятий в этом здании нету. Я не знаю, я не стала это добавлять, потому что мне показалось, что будет смотреться неуместно, если я напихаю каких-нибудь незноигровых автоматов, каких-нибудь боксерских груш. Это все-таки такое плюс-минус элитарное место, где живут избранные, я не знаю, даже можно ли их так назвать, но я имею в виду, что такие не самые простые студенты, да, которые состоят в каком-то тайном, может быть, обществе, а может быть и не тайном, ну, короче, они живут здесь, и вроде как они занимаются всем таким более-менее гуманитарным. Кстати, хотела насчет тайного общества и гуманитарных занятий сказать отдельно. Дело в том, что я построила все в стилистике как бы Бричестера, именно старого такого английского города, и закладывала я здесь, что тут учатся именно студенты университета Бричестер. В настройках для каждого общежития можно настроить, кто здесь будет жить, мужчины, женщины и какой университет. Если вы об этом не знали, то добро пожаловать. Я узнала об этом не так давно, как раз когда строила женское общежитие. Я, конечно, дико прифигела, потому что я не знала, но вы имеете в виду, так можно сделать. И здесь у меня, соответственно, настроен только университет Бричестера и только мужчины. В соседнем общежитии только университет Бричестера и только женщины. Почему только университет Бричестера? Потому что в универе именно этом есть элитные, как это называется, престижные программы для всяких искусств, истории, музыки, рисования и так далее. Поэтому я подумала, что здесь будут жить именно те студенты, которые, наверное, занимаются чем-то подобным. Типа рисуют, историей, искусством, там типа музыкой. Поэтому здесь вы не найдете никаких столов для
робототехники, каких-то дополнительных предметов для прокачивания таких, естественно, научных навыков. Поэтому, если ваши персонажи такие, если они собираются поступать на престижную программу в университет Бричестера, заниматься чем-то подобным, вы можете заселить их сюда, создать здесь какое-то такое элитарное, околоэлитарное сообщество и жить. В целом, наверное, кроме внешнего вида и какого-то вот такого пафосной подоплеки, которую вы сюда можете вложить, особо элитарного вида здесь нет, потому что это не какая-то дорогущая общага высокотехнологичная. Это такой даже, скажем так, старенький домик, который был переоборудован под общежитие. И еще насчет тайного сообщества я хотела сказать, потому что именно в Гибс-Холле, в этом районе, в центре, находится вот этот непонятный Стоунхендж, где встречается тайное сообщество, вот эти камни, вокруг которого ходят люди в мантиях и что-то там делают. Мы как-то на стримах с вами попытались попасть в это тайное сообщество, мы в него попали, мы что-то там поделали, но до верхней ступени мы так и не доросли, до верхней ступени, как бы, условно, карьеры, да, руководства этим сообществом, мы так и не доросли. И было не очень удобно, что нам приходилось постоянно мотаться в Гибс-Хилл для того, чтобы потусоваться в этом тайном обществе именно здесь, хотя мы жили в районе именно университет Бричестер. Поэтому, если вдруг вы хотите поиграть за вот это тайное сообщество, попасть в него, пожить какой-то такой около элитарно-студенческой жизнью, то вы как раз можете выбрать какое-то из этих двух общежитий, женское или мужское, и заселить туда своих персонажей. Мне кажется, должно быть интересно. Ну, как вариант. Если вдруг вы захотите жить, конечно, в самом непосредственном университете Бричестера, то да, то там мне тоже, видимо, придется перестроить все общежития. Я как раз над этим сейчас работаю. Я как будто бы засела в Фоксбери. У меня есть идея для двух вот этих башен в Фоксбери, где два общежития. Одну из башен я хочу переоборудовать под общежитие, именно под общагу на 4 человека. А вторую башню хочу переоборудовать под один, ну, типа комьюнити лот. Не буду пока раскрывать все тайны. Я не уверена, что у меня получится сделать так, как я хочу. Точнее, я не уверена, что у меня получится, чтобы оно выглядело так, как я хочу, потому что там все завязано именно на том, как это должно выглядеть. В общем, над институтом Фоксбери я тоже работаю, но сейчас у нас пока что Гибс-Хилл. Кстати, в этом районе мне остался только бар. Не знаю, когда я до него дойду. Я уже посмотрела много разных референсов, нашла какие-то арты, нашла картинки, плюс-минус, да, из вот тех мест. Думаю над тем, как создать что-то в таком же старомодном, пафосном стиле, но в виде бара. Пока что я над этим просто думаю. Получается, да, у меня остался только один лот в Гибс-Хилле. Вот так очень медленно, тихим сапом у меня перестроился практически весь район в городе, в котором я абсолютно что-то не собиралась ничего перестраивать. Вот так вот как-то вышло. Наверное, так в целом у меня и будет застроен весь Бричестер. Там в этих районах университета, где Бричестер и Фоксбери. Ладно, общежитие, но то там есть Лавровая библиотека, как-то так она называется. Потом там есть еще Лагуна Лари, это общая территория. Вот это, конечно, очень интересно. Но я просто подожду, когда до меня дойдет, когда ко мне придет это вдохновение, и я что-нибудь подобное перестрою. Наверное, по поводу постройки я сказала все. Скачать вы можете на моем бусте, оставлю вам все ссылки в описании. Обязательно опускайтесь и чекайте. Тут недавно, кстати, вышла бесплатная постройка у меня на бусте. И будет еще в течение месяца несколько бесплатных построек. Я их готовлю, поэтому обязательно подписывайтесь. А я, наверное, поотвечаю на вопросы, которые у меня еще остались. Благородно были заданы мне в декабре. Спасибо большое подписчикам моего телеграм-канала. Если вы вдруг не подписаны и хотите подписаться, находите ссылку на мой телеграм-канал в разделе «Информация о канале» и сможете, да, тоже позадавать мне вопросы. У себя в телеграм-канале я делюсь всякими приколюхами своей жизни, своими хобби и первыми скринами построек, вообще тем, над чем я работаю. Ну, короче, мне любезно позадавали вопросы в комментариях, за что еще раз огромное спасибо. Если у вас есть тоже какие-то вопросы, обязательно напишите, потому что я не всегда могу просто так озвучивать, иногда мне все-таки нужна ваша помощь, поэтому пишите. А я пока поотвечаю на то, что у меня осталось. Что тебя вдохновляет на строительство в The Sims? Меня вдохновляет на строительство то, что мне дико хочется строить. Я не знаю, как это работает, но я очень сильно люблю прям залипать именно в постройке. Это случилось со мной абсолютно случайно. Начала играть в Sims 4 я где-то году в 16-м. Нет, да, в 16-м. А так, чтобы прям посильнее залипнуть, наверное, году в 20-м. А прям совсем пипец как сильно. Я залипла в 21-м, в 22-м я завела канал, да, в 22-м же, уже 24-й, господи, мамами. Да, и вот как-то так я, в общем, вляпалась. Фишка в том, что когда я в детстве играла в Sims 3, не скажу, что я прям играла много, и я вообще не гуру по Sims в целом, да. Когда я играла в Sims 3, не сказала бы я, что мне прям дико нравилось строить. Я помню, что мне всегда хотелось переделать дом, который есть, но я, во-первых, не особо понимала,
понимала механику строительства, и как правило, это становилось чем-то очень сложным для меня, именно сама вот техническая сторона вопроса. А во-вторых, на это тратилось очень много времени, как правило, меня за компьютер тогда особо сильно не пускали, у меня не было своего компьютера. В подростковом возрасте это был общий, как бы скажем так, родительский компьютер. Я предпочитала тратить время на создание персонажа, на какой-то там минимальный ремонт дома и вот именно на игру. Так что да, дома я ремонтировала, но так не сказала бы, что меня как-то вот прям влюбило именно в Sims 3 постройки. И если честно, иногда я думаю, что стоит мне, наверное, поиграть в Sims 3, может быть, даже что-то построить, но потом я представляю, какое количество времени мне придется потратить на то, чтобы просто понять, что происходит. И я думаю, ну, наверное, не сейчас. Не сейчас, потому что сейчас у меня есть более интересные задания, занятия, то, чему мне хочется посвятить свое время. И залипла я в стройке, наверное, да, где-то в 21-м году очень-очень сильно, и я поняла, что это мой safe space. Я прям кайфую. Ну, то есть, если мне нужно будет выбрать что-то одно между игрой в Sims, именно персонажи, семьи, вот это все, механики, либо с постройкой, я не задумываюсь, выберу постройку, потому что я четко чувствую, что это просто то, что мне вот, мне это нужно, потому что это моя возможность выразить свое какое-то вот такое творческое начало. Я уже говорила в каком-то из предыдущих роликов, что я собиралась стать архитектором, но почему-то не поступила, точнее, почему-то не стала поступать на архитектора, хотя могла бы, но я не пошла сдавать экзамены на архитектора, и, возможно, это вот какая-то такая небольшая сублимация того, что мне очень сильно хотелось стать архитектором, теперь я, ну, плюс-минус типа того архитектора. И подытоживая свой ответ, хочу сказать, что меня не вдохновляет на постройку Sims. Я делаю это, потому что мне это нужно. Ну, то есть, это прям ломка. Серьезно. Я не знаю, можно ли это классифицировать как какая-то зависимость, но если я не строю достаточно долго, а достаточно долго, это дня 3-4, я вообще не захожу в стройку, мне становится некомфортно. То есть, я обожаю это дело, мне часто постройки снятся. Много построек, которых я сделала так или иначе, мне когда-то приснились. Ну, то есть, мой мозг почему-то даже во сне об этом думает. Мне что-то приходит в голову, какие-то идеи. Вот, поэтому я не вдохновляюсь на постройку, а именно выплескиваю, так сказать, в эту постройку какие-то свои хотелки, какие-то свои вот творческие начала. А именно вдохновляюсь ли я какими-то референсами, какими-то, там, не знаю, чужими постройками и так далее. Вот именно где я беру какое-то вдохновение на конкретную постройку, могу тоже рассказать. Я стараюсь не смотреть сейчас уже, когда завела канал, ролики других симеров с постройками, просто для того, чтобы каким-то образом не влипнуть в какие-то там непонятные истории с плагиатом, потому что все мы прекрасно понимаем, что ситуации бывают разные, и может случиться то, что я там, не знаю, каким-то образом, какими-то намеками создам что-то похожее на то, что создавали уже люди. И я знаю все истории хейты, бедных криков и оров, когда кого-то начали хейтить за то, что он кого-то что-то скопировал. Хотя вообще тема плагиата в творчестве, она супер дискуссионная, можем как-нибудь с вами подискутировать, если вы вдруг захотите. Я просто выбрала для себя не смотреть особо роликов по строительству других симеров. Я слежу за другими симерами, я смотрю, что они строят в плане концептуально, например. Кто-то строит, не знаю, там, очень много жилых домов, кто-то строит там больше комьюнити лотов, каких-то ресторанов, еще чего-то. Я просто слежу, что вообще происходит, скажем так, на Ютубе, кто что строит, чтобы на самом деле, допустим, не получилось так, что там все, там, не знаю, хреново туча симеров решила вдруг построить, я не знаю, библиотеку, например. Просто мы все плюс-минус вращаемся в одном и том же информационном поле, возможно, могут возникнуть какие-то недопонимания, какие-то непонятки, либо какие-то просто, ну, неприкольно будет смотреть уже на четвертую библиотеку, и упадут просмотры. Поэтому в таком плане я слежу за тем, что делают, но не на Пинтересте, не на Ютубе я не ищу построек других симеров. У меня огромная была доска на Пинтересте. Зачем? Почему была? Она у меня есть до сих пор. Доска на Пинтересте под названием «Строительство Sims 4». Мне кажется, что мне нужно ее просто снести, потому что я туда не захожу. И я начала ее формировать где-то вот как раз в году 21-м, когда я села за Sims, когда мне было очень интересно, когда я строила для себя, а не для канала. И поэтому, да, у меня там есть огромная доска. Чтобы искать какие-то планы, я тоже не ищу, потому что я пыталась. Мне мне не понравилось вообще. В интернете очень много поэтажных планов зданий. Обычно жилых каких-то домов, и прям просто поэтажные планы. Когда я пыталась воспроизвести это в Sims, у меня получалось говно. Я не знаю, может быть, у меня растут руки из жопы. Может быть, эти планы просто не приспособляемы для того, чтобы перенести их в Sims. И я избрала для себя тактику создавания планировок, создавания фасадов, вообще всего самостоятельно. Единственное, что я ищу, это какие-то референсы. И, как правило, референсами для меня являются какие-то арты. Очень много артов я искала именно для Винденбурга, чтобы понимать, какая архитектура в средневековье была, если так можно выразиться, да, как это все выглядело,
какой-то вайб мне нужно было общий поймать. Ну и да, в качестве референсов у меня выступают обычно арты и какие-то, может быть, фотографии реальных мест. Но опять же, сколько раз я не пыталась воспроизвести какие-то реальные истории, у меня это не получалось. На этом, наверное, все. Скорее всего, время ролика уже подошло к концу. Я пошла все это дело монтировать. Скажите, что вы думаете по поводу моего общежития. Ставьте лайки, дизлайки, и мы с вами увидимся в следующем ролике. Всем пока!